29 сентября 2017 года, пятница. Вот мы находимся на дамбе уже который день. Вот пришли тут смолим наши сваи березовые, тут осиновые, кленовые. Вот здесь забивать будем, потому что берег подмывает, весной может опять промыть все. И град Господь послал такой крупинками, небольшой он. Ветра сильного нету, а так бы сильно убил бы, а так ничего не чувствуется почти. Вот брат Никита там таскает все эти сваи. Вот он идет. Вот там Игнатий Иванович выравнивает немножко эту тропиночку. Настроение отличное, улыбаемся, ходим. Слава Богу, Господь милостив. Ну что сделаешь, какая есть погода, такая есть. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Нам-то что, можно работать. Вот Игоря Барабашу в поле уже не поработаешь, уже сыро. Слава Богу, это все, аллилуйя.